Приветствую постоянных слушателей моего канала, а также случайно зашедших гостей. Сегодня я поделюсь с вами интересным известием, которое получил на свою почту. Помните, не так давно я сделал два ролика о марке Фейгине, или, кажется, три ролика, где, во-первых, я засомневался, что у Марка Фейгина белый воротничок, ну, потому что, выйдя из форума «Свободная Россия», он почему-то не просто покинул форум, а начал активно обливать грязью участников форума, а это, как известно, единственный действующий за пределами страны оппозиционный блок. Второе, потому что он пригласил на свой канал известного провокатора Вячеслава Мальцева и начал отстаивать, что это его личное желание, дескать, толкать Мальцева он будет и впредь. И помните, да, вот эту картинку, где я задал вопрос, так кремлевский ли крот Марк Фейгин или просто обычная банальная крыса, то есть предатель, ну, предавший в данном случае движение «Свободная Россия». Далее, когда я начал заниматься этой персоной, кстати, до конца ролик я не выложил, еще, надеюсь, я к этому вернусь, оказалось, что у Марка Фейгина очень плохая репутация, и каждый человек, который так или иначе сталкивался с ним, говорит, что Марк не просто плохой специалист, проигравший, ну, например, дело Пусси Райт, или, например, в деле Савченко, начавший распространять фейковую информацию о порядочном адвокате Илье Новикове, в результате чего Илья Новиков был вынужден бороться за свою репутацию. Я показывал об этом в своих роликах, снизу будут ссылки, если вы хотите ознакомиться с этим подробнее, пройдите, посмотрите. Но и, как оказалось, все люди, так или иначе столкнувшиеся с Марком Фейгиным, говорят о том, что это дерьмо человек. Я даже здесь слово «простите» говорить не буду, ну, потому что вот так прямым текстом мне и сообщили. Я подумал, ну да, он может быть, конечно, крысой, и даже, наверное, он является кремлевским кротом, это мы увидим впоследствии, наблюдая внимательно за тем, что он будет ретранслировать. Но вот насчет того, что дерьмо человек, наверное, люди не объективны. И вот сегодня получаю я письмо интереснейшего толка, и с этим письмом должна ознакомиться вся общественность. Прежде я обращусь коротко к Марку. Марк, твой канал активно раскручивают. Сам же ты опыта в блогерской работе на YouTube, по всей видимости, не имеешь. Если у тебя много подписчиков, это еще ни о чем не говорит. Мы знаем, как кремлевские толкают свои каналы. В следующий раз, если ты начнешь жаловаться на такой канал, как мой, а уж я-то знаю, как не нарушать авторское право, подумай, что в конечном счете о твоей кляузе могут узнать тысячи людей, и твоя репутация станет еще хуже. Ну, а теперь к письму. YouTube – удивительное дело, обычно они со мной не общаются, но, как вы знаете, канал под санкциями и все такое, вдруг присылает мне такое письмо. Мы получили жалобу о нарушении авторских прав на одно или несколько ваших видео. Наши специалисты считают, что этот контент соответствует принципам добросовестного использования и не нарушает авторское право, поэтому он останется на YouTube. Тем не менее, вы сами можете удалить его или ограничить к нему доступ. И дальше две ссылки, обе на мои ролики о Марке Фейгине. Возможно, правообладатель обратится к вам напрямую с просьбой удалить видео или предпринять иные действия. Данное сообщение не имеет юридической силы и так далее. Ну а теперь само письмо. Его я вам покажу вот ровно в том виде, в каком оно есть, чтобы вы увидели, что я ничего не придумываю. Письмо от наикрутейшего Марка Фейгина. Здравствуйте! Я Марк Захарович Фейгин, гражданин Российской Федерации, проживаю в Москве. Это так важно сообщать при жалобе YouTube. Просто поразительно. В прошлом депутат российского парламента, ах ты боже мой, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 93-95 года. В
Марк, может быть, тебе нужно было еще медальки какие-нибудь приложить? А вдруг это звучало недостаточно весомо? Осуществлял адвокатскую практику в Москве до апреля 2018 года, когда был лишен статуса по политическим мотивам. Нет, не по политическим, а, как я уже говорил, за постоянное использование нецензурной лексики и непристойного поведения в отношении своих коллег и клиентов. Я участвовал как адвокат только в процессе в защиту политических заключенных. Дело Пусси Райт напрочь проиграл. Дело Greenpeace на приразломной, не знаю, нужно поискать и инфу, наверняка и его продул. Дело украинской военнослужащей Надежды Савченко, ну, как мы знаем, потом он накакал на Илью Новикова. Дело журналистского украинского агентства «Укринформ» Романа Сущенко и многих других. Я кандидат юридических наук. Вы представляете? Человек пишет жалобу YouTube. Вообще, когда люди жалуются на авторское право, достаточно просто сносок и написать. Вот здесь использовали мой контент. Все, ребята. Вы представляете, как раздувает этого павлина? Свой канал в YouTube я активно веду чуть больше года, хотя зарегистрировал его в 2009 году. И мы знаем, Марк, почему ты так делаешь. Потому что неожиданно у Кремля появилась необходимость в еще одном большом канале, который начнет подсирать Алексею Навальному. Мы все это понимаем, Марк. Не нужно лишний раз на этом делать акцент. Контент моего канала – это стримы на актуальные общественные и политические темы и беседы с гостями канала. Принципами моей публичной деятельности на канале являются открытость, авторизированность, отсутствие цензуры и соблюдение правил YouTube. Анонимный канал Штарк. Почему это анонимный канал? Странно. Ну, во-первых, Штарк – это фамилия, да, для начала. Если Фейгин этого не знает, ну, есть такая типичная немецкая фамилия. Использовал мой контент в двух своих роликах с целью опорочить мое имя, оболгать и унизить меня, подвергнуть необоснованным оскорблениям, преследовать меня за мою независимую политическую позицию. Вы представляете, я преследую Марка за его политическую позицию. Марк, я, во-первых, тебя не преследую. Я всего лишь хочу понять, почему, выйдя из форума «Свободной России», ты обкакал всех участников там. Ну, такой простой, банальный вопрос. И почему на твоем канале, рядом с порядочными людьми, например, такими, как Андрей Пионковский, кстати, меня спрашивали, почему порядочный Андрей Пионковский участвует в стримах Марка Фейгина? Из той информации, которую я успел найти, в какой-то момент Марк Фейгин защищал интересы Андрея Пионковского, когда тот находился еще на территории России. Не знаю, насколько точна эта информация, но я думаю, что, скорее всего, какие-то предыдущие отношения обязывают Пионковского не отказывать Фейгину. Хотя лично для меня уже подозрителен тот факт, что Андрей Пионковский беседует, например, с Валерием Соловьем. Валерий Соловей – это тоже проект Кремля, но, по-моему, адекватным людям здесь все понятно. И сам же Андрей Пионковский неоднократно в своих статьях, а вы знаете, что я всегда опубликовывал его очерки и статьи, не раз называл Валерия Соловья одновременно с именем Алексея Венедиктова как кремлевских кротов. Но почему-то в последнее время Андрей Пионковский, тем не менее, не гнушается общаться с Соловьем именно на канале Фейгина. Для меня это загадка. Возможно, Андрей Пионковский просто стареет. Возможно, он не хочет конфликтовать. Может быть, ему тоже захотелось какой-то популярности, заработка на YouTube. Ну, может быть, какие-то личные причины. Но мои постоянные слушатели, и они пишут мне беспрерывно в комментариях, помнят, как Андрей Пионковский называл Валерия Соловья неоднократно кремлевским кротом. В общем, публика на канале у Фейгина, честно говоря, под вопросом. Там, конечно, есть интересные персоны, и люди смотрят их, но и помимо прочего, я больше чем уверен, будут продвигаться персоны типа Валерия Соловья. Ну, сказать, что я преследую независимую политическую позицию Марка Фейгина, господи, как же это глупо и смешно, Марк. Ты оказался еще тупее, чем я о тебе думал. Скрывающийся под ником Штарк
Лицо использует свою анонимность с целью избежать наказания за свои оскорбления, ложь и клевету в мой адрес. Вот здесь я должен еще раз уточнить. На YouTube есть такие правила. Ну, я уже говорил о том, что ты можешь сидеть перед камерой, можешь и не сидеть перед камерой. Если у тебя есть какие-то претензии, Марк Фейкин, ты можешь просто выпустить ролик и высказывать все свои претензии. Можешь точно так же заниматься, чем ты там написал, оскорблениями, ложь и клевету в мой адрес. И, пожалуйста, используй инструменты YouTube. Все в твоих руках, Фейкин. Просто привыкай к этой атмосфере. Я не обратил бы внимания на эти преследования со стороны указанного анонима, преследования, если бы в его двух роликах не использовалось мое изображение, фотографии и искаженные с использованием программ мои изображения. Вот я тут не понял, что тут написано. Давайте еще раз попробуем понять эту глубокую мысль. Использовалось мое изображение. И дальше. Фотографии и искаженные с использованием программ мои изображения. Я просмотрел еще весь ролик. Вот эти фотографии, они находятся в свободном доступе. Если здесь что-то не так с лицом Марка, то, Марк, я не знаю, может тебе к косметологу сходить, если тебя что-то не устраивает в твоей физиономии. Но, во-первых, я не умею пользоваться программами типа Photoshop. Ну, вот так не научился. Искажать мне твое лицо, ну, нет никакой необходимости. Оно, прости меня, уже до того природой было как бы подправлено, мягко говоря. Еще раз, люди, слушающие меня сейчас, пройдите, не поленитесь на оба ролика. И, пожалуйста, напишите мне тайм-коды, в каком месте вы считаете, я исказил это замечательное, благородное лицо. Я не позволял использовать созданные мною видеоролики указанному лицу ни письменно, ни устно. Но ты выставил свои ролики, Марк, в общественное пространство. И с этого момента это стало общественным достоянием. Понимаешь, вот ровно так же, как мои ролики. Берут и используют. Я ничего с этим не могу поделать. Ни письменно, ни устно. На моем канале имеется прямой запрет на использование созданного мною контента, о чем указанное анонимное лицо не могло не знать. Не знал, правда, даже не интересовался, потому что, ну, я знаю, как нужно использовать любой контент, при этом не нарушая правил YouTube. Поэтому в некоторых роликах, это я сейчас объясняю уже своим зрителям, приходится менять голос, ну, например, делать там детским, вот как недавно это было с Варкентином. Ну, многие тупорылые врачи из училищ, конечно, этого не понимают. Не потому, что я хочу исказить его голос, а потому, что у YouTube будут претензии, если я не урежу кадр или не изменю голос. Либо вы можете брать голос как есть, но тогда менять картинку. Да, это приходится делать, например, ну, используя контент с «Эхо Москвы» или с «Дождя» или еще откуда-то. Все это знают, и Марку, наверное, нужно просто познакомиться с правилом использования, а не писать какую-то ерунду. Ну, впрочем, это очень забавно. Я благодарен судьбе, что через это мы узнали еще больше и еще глубже Марка Фейкина. На основании изложенного я прошу удалить два имеющихся видео на канале Штарк, которые указаны в жалобе. Ролик один, в котором нарушаются мои права, ну и дальше перечисление, где, в какие минуты, в какие секунды я безжалостно преследовал Марка Фейгина за его политическую позицию и использовал его лицо, искажал его через Photoshop, а еще и лгал и унижал его. Ну, в общем, вот такой крик души Марка Фейгина меня весьма позабавил. У меня с YouTube напряженные отношения. Меня удивляет, что они отклонили его просьбу, честно говоря. Вот это. Но еще больше меня удивляет безграмотность, например, его. Ну, вот в качестве адвоката мог бы составить письмо, ну, посимпатичнее, более складно. Какие-то предложения как будто написаны просто даже не в трезвом виде, я бы сказал.
Ну, какой-то набор слов чисто для меня, и все это пышет, конечно, какой-то обидой, такой вот задел я его за что-то живое. При том, что мой канал, несмотря на большое, казалось бы, количество подписчиков, сейчас нигде в поисках не появляется, и собрал-то он не так уж много просмотров, там какие-то 20-30 тысяч. К сожалению, это не так, как было раньше, когда канал YouTube продвигал, потому что на моем канале была реклама, и тогда этот ролик могло посмотреть и 50-60 тысяч человек. Поэтому все, что мне остается, обратиться к зрителям. Если вы согласны с тем, что Марк Фейгин очень подозрительный тип и, честно говоря, не очень хороший человек, просто делайте репост моих видео в социальных сетях. И знаете, как это говорят, вода камень точит. Рано или поздно мои призывы могут откликнуться в сердцах многих. И тогда к Марку Фейгину начнут относиться так, как, наверное, он этого заслуживает. На этом все. Надеюсь, я поднял вам настроение этим роликом. До следующих встреч. Пока. Поэтому не надо меня тут пугать, и не надо мне рассказывать, кто здесь главный антипутинист. Мне ничего никому доказывать не надо. Это главное.